Хоть муниципалитет и не является прибрежной зоной, но потенциал для развития туризма есть, отметил глава региона. До начала встречи губернатор побывал на винодельческом предприятии Левкадии. Главе региона показали виноградные плантации, а также как и где делается напиток богов. По такому же маршруту возят и туристов, которые приезжают сюда в рамках гастрономического тура. Пока это направление в стадии развития, но, по мнению Вениамина Кондратьева, его нужно развивать и создавать для этого инфраструктуру. Магазин есть, туристов нет. Есть что посмотреть, есть что купить, есть что же потрогать. Даже может в чем-то принять участие, чтобы своими руками прикоснуться к тому, как производят вино. Что сделать, чтобы появились туристы? Вот сегодня основная задача не только для вашего бренда, производства, предприятия, в целом для агрокомплекса Кубани, винодельческого, да и просто фермерского особо. Вот как завлечь туриста, как сделать так, чтобы он поехал? Событийным маркетингом делать интересные мероприятия и привлекать людей. Где жить-то туристу, когда он приедет? Совершенно верно. Мы этим занимаемся. У нас здесь поэтапно, безусловно, нужны гостиницы, безусловно. Сопутствующий бизнес, который должен быть, ресторанный бизнес, кафе. То есть все, что сопутствует тому, чтобы турист качественно отдыхал. Он же отдыхает. Сегодня подвели не только итоги этого летнего сезона, но и обсудили предстоящий зимний сезон и развитие отрасли в следующем году.